из официальной хроники. В Волгоград с двухдневным рабочим визитом прибыл чрезвычайный и полномочный посол Республики Венесуэла. Сегодня господин Эрнандес встретился с главой нашего региона. Стороны обсудили планы по укреплению экономических и культурных связей. Это первый визит посла Венесуэлы в Волгоградской области. Главная его цель – наладить существовавшие ранее договорные отношения с нашим регионом. Соглашение о сотрудничестве сторон в торгово-экономической и культурной сферах было подписано в 2001 году в ходе посещения президента Венесуэлы Уго Чавеса в Волгоградской области. Затем был еще ряд соглашений и обмен официальными делегациями. Но, к сожалению, в какой-то период эти отношения перестали поддерживаться. И целью нынешнего визита является как раз возобновление этих отношений. Несмотря на территориальную удаленность, у Венесуэлы и Волгоградской области много точек соприкосновения. Прежде всего, в области торговли. Это и деревообрабатывающее, это и рыбоводство, это и производство концентрированных соков и, собственно говоря, и другие направления и отрасли, связанные с черными цветными металлами. В общем-то, эти же направления мы хотим, конечно, возобновить. В ходе нынешнего визита у чрезвычайного и полномочного посла Венесуэлы в наш регион запланирована встреча с представителями промышленных предприятий и крупного бизнеса. Также господин Эрнандес пообщается со студентами Волгу и прочтет лекцию о достижениях революции у себя на родине.